День принесет не только отличные идеи, но и возможность немедленно воплотить их в жизнь. Важно не растеряться и начать действовать. Верьте в свои силы, больших успехов добьются те, кто не будет тратить время на сомнения. Хорошо пройдут деловые переговоры. Общий язык смогут найти люди, которым долго не удавалось поладить. Вторая половина дня будет благоприятной для семейных мероприятий. Удастся положить конец разногласиям между родственниками, появятся планы, которые захочется осуществить вместе. Вероятны приятные знакомства. Они могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. Овен, вряд ли удастся избежать мелких недоразумений, но в целом день сложится неплохо. Он хорошо подойдет для начала каких-то новых дел, пусть и не слишком важных. Вы научитесь тому, что вскоре обязательно пригодится, познакомитесь с людьми, которые станут вашими надежными союзниками. Вероятны необычные знакомства. Вы встретитесь с теми, кто совсем не похож на ваших старых друзей. Общение окажется интересным, подарит много позитивных эмоций. Вторая половина дня подойдет для покупок, будет шанс обзавестись какими-то полезными вещами. Телец, день будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи, вы быстро поладите с самыми разными людьми. Будет шанс договориться о сотрудничестве с теми, от кого многое зависит. Вы найдете не только могущественных союзников, но и надежных друзей. Удачно решатся финансовые вопросы. Не исключено, что у вас появится новый источник доходов. Возможно, заключение выгодных сделок. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно утомительного. В это время вам полезно будет отвлечься от забот, побывать в каких-то новых местах. Близнецы, не торопитесь. Начало дня отличается довольно напряженным эмоциональным фоном. В это время будет немало переживаний и волнений. Однако серьезных трудностей не возникнет, а способ справиться с мелкими трудностями вы найдете быстро. Вас охотно поддержат старые знакомые, проверенные союзники. С каждым часом влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вторая половина дня порадует. Это время обещает и успех в важных делах, и заметные перемены к лучшему в личных отношениях. Вечер подойдет для романтического свидания. Рак, начало дня будет плодотворным. Понадобится всего несколько часов, чтобы справиться со сложными делами, решить задачи, которые прежде многих ставили в тупик. Вы не только разберетесь с собственными проблемами, но и поможете тем, кто оказался в сложной ситуации. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вам не придется тратить время на долгие размышления, хорошие идеи появятся практически сразу. Вторая половина дня пройдет спокойнее, но тоже будет благоприятной. Она подойдет для встреч с друзьями и другими людьми, которые вам дороги. Вы легко найдете общий язык, о многом договоритесь, быстро определитесь с общими планами на будущее. Лев, отличный день для того, чтобы взяться за что-то важное. Будет сложно, возможно, но вас это не напугает, не собьет с толку и не заставит отказаться от задуманного. Настойчивость поможет добиться успеха там, где никто его всерьез не ожидал. Не исключено, что удачно для вас решатся какие-то юридические и финансовые вопросы. Единственное, что может несколько испортить благоприятную картину, это ваше собственное желание быстрее добиться целей, немедленно получить желаемое. Нужно немного терпения, все сложится удачно. Дева, начало дня порадует приятными известиями и интересными предложениями. Это время подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро добьетесь первых успехов и почувствуете, что готовы двигаться дальше. Кроме того, будет шанс повидаться с людьми, по которым вы скучали. Позже наступит благоприятный период для завершения дел, начатых раньше, а также для решения организационных вопросов. Вы обратите внимание на то, чего не заметили другие, и это позволит избежать ошибок. Вечер подойдет для общения с самыми близкими людьми и маленького домашнего праздника. Весы, вас ждет довольно утомительный день. Не все будет складываться удачно, какие-то трудности могут возникнуть там, где вы их меньше всего ожидали. Даже привычные дела займут довольно много времени, потребуется терпение, чтобы довести начатое до конца. Можно обратиться за помощью к давним знакомым. Они охотно вас поддержат, сделают все, что нужно. Этот день хорошо подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях, сделать первый шаг навстречу человеку, который вам дорог. Откровенный разговор с близкими позволит избежать многих недоразумений. Скорпион, пригодится умение ладить с людьми. Вы внимательно выслушаете тех, чья точка зрения отлична от вашей, наверняка узнаете нечто полезное. Удастся по-новому взглянуть на привычные вещи, возможно, вы поймете, что хотели бы изменить. Вероятно, знакомства, которые положат начало долгому сотрудничеству или настоящей дружбе. День будет удачным с точки зрения финансов.
Вы сделаете удачные покупки, заключите сделки, которые принесут прибыль. Во всем, что касается денег, стоит полагаться на интуицию, она не подведет. Стрелец, начало дня хорошо подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Вы не растеряетесь, если что-то сложится неудачно. Интуиция подскажет, как лучше действовать, поможет извлечь пользу из любой ситуации. Не всегда окружающим будут понятны мотивы ваших поступков. Но вы не станете сердиться и раздражаться, спокойно все объясните столько раз, сколько потребуется. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы, встречи, которые поднимут вам настроение. Вероятно, успехи в учебе, вы быстро запомните все, что нужно. Козерог, старайтесь философски относиться к критическим замечаниям, не выходите из себя, когда кто-то дает непрошенные советы, пытается учить вас жить. Со стороны может казаться, что вы не знаете, на чем сосредоточиться, да и ваши истинные мотивы понятны не всем. Стоит немного подождать, вскоре окружающим станет ясно, что вы все делаете правильно. Во второй половине дня едва ли удастся избежать неразберихи и суеты. Придется заниматься несколькими делами сразу, какие-то домашние проблемы могут помешать сосредоточиться на работе. Но вы отлично со всем справитесь, не допустите ошибок. Водолей, день будет беспокойным и насыщенным. Будьте готовы изменить планы, вероятно, какие-то неожиданные события, встречи. Из-за них нужно будет отложить одни дела и сосредоточиться на других. Не исключено, что появятся сложные рабочие задачи, решить которые надо будет немедленно. Вы отлично с ними справитесь. Порадует общение с давними знакомыми. Вы в очередной раз убедитесь, что рядом есть люди, на которых можно положиться во всем. Хорошие советы дадут старшие родственники. Прислушавшись к этим подсказкам, вы заметно упростите себе жизнь. Рыбы, начать день можно с важных встреч, обсуждения планов, разговоров о будущем. Вы узнаете нечто полезное, получите информацию, которая поможет определиться с планами. Не исключено, что давние знакомые предложат что-то интересное или подскажут, на решении каких задач вам сейчас стоило бы сосредоточиться. Позже наступит подходящее время для решения вопросов, связанных с документами. Возможно, вам нужно будет обратиться в какие-то государственные организации, сделать официальные вопросы. Имейте в виду, все это может занять несколько больше времени, чем вы ожидали.